Наиль, ты прекрасен. Поехали. Вижу по глазам, твоя сучка хочет дать мне свой зад. Я бы предложил ей чай, но дома есть только зиманы. Не скучай, я, наверное, наберу тебе завтра. Номер дай, и я дал ей номер своего брата. Вижу по глазам, твоя сучка хочет дать мне свой зад. Я бы предложил ей чай, но дома есть только зиманы. Не скучай, я, наверное, наберу тебе завтра. Номер дай. Я дал ей номер своего брата. Если ты долбаёб, делаю бау. Это просто, чтобы ты понимал. На районе ты потеряешь все баб. А у меня увеличится карман. Либо уебан. Ты, видимо, не понял, куда попал. Переводи без налик, отдавай нал. Подружка твоя нам тоже нужна. Сучки тоже мутят схемы. Аккуратней, брат. Если запах влани, ладно, не резон летать. Разговор о бабках, пора тачку вызывать. Такси. Отправь домой эту сучку, хай-пай, ложись спать. Не надо было думать об этом, как не появился успех. И занимались этими схемами мои братья и я в том числе. И теперь мы наверху, не на дне. Никто не думает о завтрашнем дне. Тоже не думал о завтрашнем дне. Когда я пил татухи на лице. Вижу по глазам, твоя сучка хочет дать мне свой дом. Предложил ей чай, но дома есть только зиманы. Не скучай, я, наверное, наберу тебе завтра. Номер дай, и я дал ей номер своего брата. Вижу по глазам, твоя сучка хочет дать мне свой зад. Я бы предложил ей чай, но дома есть только зиманы. Не скучай, я, наверное, наберу тебе завтра. Номер дай, и я дал ей номер своего брата. И что? Шеф-шеф, бай-бай. Группа Дыши, песня «Взгляни на небо». Что сегодня происходит, господи? Так, сегодня ублажение чье-то происходит, я не могу понять. Слушайте, ну песня «Взгляни на небо», слушайте, ну это прям, да, это шедевр, я вам хочу сказать. «Белый кораблик» — это, конечно, больше такой. Перестань, переуспокой своего внутреннего змея, выводи человека. Не, ну мы, новинки не факт. К сожалению, не факт сегодня, но то, что мы должны послушать, во всяком случае, еще два киша, которые из этих. Два киша, да, не твои, еще два трека. Еще батл, безусловно. Поэтому я ж, ну, я не думаю, конечно, буквально настолько воспринять тот факт, что мы. Я не хочу сегодня ложиться вообще. Единственное, я надеюсь, конечно, что мне сильно, когда мне, если вдруг мои железные зубы натрут мне рот, и мне будет очень более тяжело уже говорить, тогда мы просто будем слушать и общаться вербально. И твой один трек. Ну да, нет, я имею в виду не то, что в списке. Еще. Ну да, «Взгляни на небо» — это ж прям вообще такое душераздирающее, если я сейчас скажу, что про то, дыши, дыши, да, по-моему.
Ну то да, там и клипец такой на море, да, вроде снимался. Да и посмотрим, посмотрим. Алексей, вы тоже угораете, да? Ну, не, ну а слушайте, ну что, бат, ну это, прилетел бан сегодня. Вероятность того, что весь стрим туда же пойдет, это да. Ну что, как вам номер брата? В целом, если бы, конечно, не было бы такой нецензурной лексики, то звучит-то интересненько, я вам так хочу сказать-то. Это тот Лав 66, который мы в лайфе, да, слушали когда-то, он перепевал каверы какие-то. Это же он, чтобы как бы визуализировать-то образ себя в головушке. Все, Данечка, ты нас покидаешь. Ну, слушай, я надеюсь, ты на нас-то везде подписался, в Телеграме тоже, и будешь к нам заходить на следующие эфирчики. А, он, ага, окей, отлично. Ну, слушай, мне зашло. Если, конечно, там не всякие. Такое. Звучит-то норм в целом. А, к бедле VIP. Следующий трек. Ок.